Здравствуйте, дорогие наши зрители и гости нашего канала, день за днем к нам приходят ужасные новости. И сегодняшний день не стал исключением. Только что СМИ сообщили трагическую новость. На 81-м году ушел из жизни Лев Лещенко. Лев Лещенко – российский и советский эстрадный певец, знаменитый баритон России, а с 1983 года – признанный народный артист РСФСР. Военная выправка, потянутая фигура, сегодня исполнитель, не выглядит на свой возраст. Тем не менее, певец выступал на сцене более 55 лет. За этот период музыкант дал тысячи концертов и записал сотни песен, которые исполняет сольно и в дуэтах. Наверное, поэтому певца с удовольствием слушают представители старшего поколения и молодежь. Старт его большой песенной карьере дал конкурс на гостелерадио СССР, проходивший 13 февраля 1970 года. Дальше был фестиваль в Сопоте, где Лещенко исполнил песню «За того парня» и победил. На следующий день о нем заговорил весь Советский Союз. Еще большую популярность певцу принесла песня Давида Тухманова «День Победы». Лев Лещенко исполнил ее 9 мая 1975 года. Он и сегодня считает этот шлягер своим принципиальным достижением.